Доброе утро, сыночек. Сегодня мама все сама делает. Сама Рекса загнала, сама машину прогревает. Да? Все сама, деткам чай сама, одевала их сама. Папы же нету. Вот шапка, вон. Так что все сама. Нет, там прохладненько. Ты что, это уже не надо. Это будем ходить, когда солнышко выйдет. А. Можно. Все, пришли в садик. Сейчас я вас сфотографирую. Становитесь. Ой, Гришка. В общем, мы тут тренируемся, уроки уже сделали. Так, у Григория обед по расписанию. Он даже сегодня пораньше, да, чуть-чуть? Обед с животными? Боже, это какой-то ужас. Опять у нас на NatGeoWild. Да уж, я такое не люблю. А меня тут ждет гора белья, но мне сейчас это вообще не важно, потому что я буду гладить вещи, пока утюг разогревается. Немножко с вами поболтаю. В общем, как всегда, брюки, майка, рубашка. Я все глажу перед выходом. Вот, а сегодня у нас солнышко вышло. Представляете, вот это радость. Для меня вообще радость. Я, когда глажу, всегда себе здесь открываю эту шторку и смотрю на природу. Любуюсь этими дубками, которых сейчас не видно, все отсвечивает, но солнце меня радует. Но на улице очень прохладно после этих теплых 20-градусных денечков. Смотришь, вроде бы солнышко, но на самом деле прохладненько. Так, Гриша, уже в школу. Все, зайчик, Пока. люблю тебя. Позвонишь, хорошо? А сейчас зайду, что-нибудь куплю. Нет, Я сейчас иди. успеваю? Ну, сейчас, да, успеваешь. Если куплю. Успеваешь. А, я пошел. Так, я Григория отвезла, заехала в магазин, купила все самое необходимое. Так, батон. Мы почему-то любим больше нарезной, чем подовый. Не знаю, почему. Летний, да, как он там еще называется. Сосисок взяла 10 штук ганноверских. Сметану. Вчера не было, сегодня уже привезли. Так что я надеюсь, что вкусная. И вот такую вот кабачковую икру. Кубаночки тоже не было. Была вот такая какая-то Юнона. Производство города Краснодара. Вот, так что будем пробовать. И, в общем, уже пакетики с Новым годом. Везде Новый год. Еще одну икру. Сейчас будем с родителями обедать. Они сегодня у нас, домой не поехали. Так, все, сейчас будем обедать. Мы с мамой доедать будем мясо и сосиску. Папа просто макароны с сосисками, потому что папа не любит шкурку вообще. А здесь все такие, все такое мясо, в общем, без грудки, со шкуркой. Он у нас шкурку категорически не ест на любой птице, хоть на утке, хоть на курице. Так что сейчас доедаемся и продолжаем работать. Так, папульчика уже растопил, потому что сегодня у меня после 4 уже всякие разъезды, некогда будет топить. Некогда будет подкидывать дрова, поэтому топим сейчас. Сейчас у нас сколько? 12, да, как раз судьба человека началась. Так что я топлю параллельно, и потом поедем Григорию вести кимоно в школу. Так, мы уже все повязали, 2 пучка осталось. А вот мама и несет, да? Ты 2 пучка? Ага, всем привет, страна. И будет у нас сколько? 520 пучков. Доска, как всегда, нам помогает. Вот, а сейчас пошла я тогда собираться, потому что скоро же мне за Гришей. Да, надо поливать зелень. Мне ж страшно. Время встань. Давай. Ты ударить его надо.
Мальчик мой, ты что там накупил? Ой, Григорий. Купил три. Три консервы аж? Вот Грише понравилось. И одинаковых. Ага. Вот тебе чеки. А, ты даже чеки взял? И с чем же ты там купил? Ну, сейчас я тебя почитаю. Давай. Тут осталось 30. Давай, поехали тогда к тете Любе, да? Вот тебе, давай. Покажи, вот такая резинка. Классная, тебе нравится? Ну, у вас там помягче дают? Да. Так, ну что, мы уже дома. 9:30 примерно. И папа наш уже тоже дома. Никак, Григорий. Что вы там купили? Ты так вкусненькая? Ой, папуля, привет. Так, дети мои. Все дома. Гришке сегодня захотелось из-за пятницы, из-за того, что сегодня пятница, он сходил в магазин и купил Лен, себе... Лен, ну говори правду, а? Что там нечего скажи, есть? Скажи, что нечего есть, вот и переходим. Вот и переходим на кашу. Гришке захотелось там... Я правда захотелось. Так кому-то не хочется готовить. А теперь будем есть консервы, да? Да. Так, а сейчас самое главное нам постирать кимоно, заложила его. Сержуня сейчас пойдет топить котел, чтобы батареи были горячие, чтобы кимоно высохло. Так, все, я молодец. Не знаю, надо камеру, походу, протереть. Вот так прям лучше, да? Прям понятно, что я снимаю на телефон, камера залапана. Все, я помылась, я молодец. Теперь хочу поесть. Ты уже поел? Иди кашу ешь. Ну как каша? Хоть мы ее и не дадим, иди кашу ешь. Не дадите? Я думаю. А у тебя уже там и ничего нет. Ну что, Антон Сергеевич, рассказывай, как ты там у тети Веры был с бабушкой и с дедушкой? Плохо. Плохо себя вел? Нет. А кто себя плохо вел? Никто. Все нормально было? Да. Играли? Да. Во что вы сегодня? Мы? Угу. А нужно? Сейчас будем голос смотреть. Все мне? Две каши. Мама, когда тогда сейчас буду кашу есть. Нет. Стена будет завтра. А завтра нам еще утром в 9:30 Гриша на выступление. Она прям будет интересно. Это же не театр, я такой, типа... А театр же был сегодня? Да. Где, расскажи? Это такой, это съемка судится по закону Российской Федерации. Типа нельзя снимать. Тут это, потом, значит, все достали телефоны это снимать. Учителя подходят, всем говорят, не надо снимать. Убрали телефоны. Да? Правильно сказал. А-а-а. Понятно, а на тему? Там дерево ну, такое, может да, может да. Что тебе надо? Ну, мы посмотрим. А не да? Нет, сначала начинай. Давай, как надо сначала? Нет, ты на меня иди. Давай, вот туда подальше отойди. Как надо сначала? Все кота повторяют, да? Никакой настоящий. Джей! Го! Джей! Где?
Ну что, мы спать? Пойдем спать? Нет. Почему? Ну, мультик смотреть. Гришенька, нам завтра ехать. Ну и что? Ос. Надо узнать, как будет дед по-китайски. Потому что выучить только да. Да.